Ну вот. Сейчас уже будет серия про моей квартиры. С Новым годом, конечно же, друзья. Но я хотела будете видеть, что у меня. Вот это жирение. Нет, это называется. Лизун, типа. Желейная для рук. Он мягче, чем желе. Вы просто видите, что празднуете с Новым годом, я хочу представить вам домовой дневник. Поздравляю вам с Новым годом и с новым счастьем. Но это будет уже, когда выступит 2018. Мы продолжаем. Второй пункт. Второй пункт это... Видите, магазин. Оно холодное становится. Видите, тут дырка образовалась. Это просто... Вот сок я наливал уж. Действительно, есть помидоры. Вот такие вот помидоры красненькие. Ха-ха-ха. А сейчас... И я сейчас буду пик. Ха-ха-ха, я съем таблетку. Ха-ха-ха. Соёное стало. Покажу ванную. Здесь черпак я могу мыть. Здесь стирка, тут мама стирает. Здесь туалет. Здесь я писю какаю. На цвет преобразовалась. Здесь гитара сейчас. Да-да-да. Это типа эпик. А мы подойдем к третьему пункту. Пункт сок. Типа у нас действительно три этого пункта. Но если, например, я выпью, то что нам раствором. Класс! Мне единственное на соки мне очень нравятся. Поэтому типа делайте соки поэтому. Четвертый пункт это у нас телевизор. А вы можете видеть вот это громкость менять. Вот эта кнопка увеличит громкость вот это. Дальше вы можете и кричать. На какую мой канал, типа. Ну вот, типа, у нас. Телетексты, типа. И субтитры. Типа, в третьем пункте. Четвертый пункт это телевизор. Да. Я скоро теперь буду перейти к пятому пункту. А пятый пункт это уже я вам расскажу. На пятом пункте у нас тетрадь и фломастер. Типа у нас можем продемонстрировать. Извините, что так. Так что 84. 96 Frost Serial FBS
16 карт. Шестой пункт – калькулятор. Калькулятор – это моя любимая вещь. Идете 584, 593, прибавляете 577, 542, 848, 763, 1040, 666, ну любое число. Но есть минус умножить и делить. Именно вот эта штука означает, что ошибка. Если, например, так сделаем, то просто ошибка. Если снова сделаем. Фуражкин с минусом. Ошибка с минусом. Седьмой пункт. Пианино. Кстати, пианино сделано лично на из... Так, Так что, видите? Ба-бам. Ну, конечно же, можно сделать гамму. Извините, что... Восьмой пункт это... Нет, там можно быть звук. Просто. И сейчас заводится, нажму. Я только включать и выключать. Типа у нас... Я реалистично, что у нас... Ростов ты сделал. Это, короче, звучал, я помню. Это какой-то... Это Windows XP, конечно же. Ну, поэтому уже будете слушать песню. Это у нас теперь запуск. Ну вот, видишь. Вы можете проверять, но я вам покажу. Кстати, знаете, тогда я не буду, потому что у меня есть инструктаж. А типа у нас завершение, типа у нас... теперь подходим к девятому пункту. Да что... Те же штука, которая можно есть с этой штуки в бутылку. Это вот девятый пункт. Особенно будете действительно, что нож. Временно не сделаем. Надо делать осторожнее, потому что вы можете порезаться. Но вы можете... Я могу с этой кружки налить воду. Правда, так получилось. Мне надо налить. Вылить это. Но мы подойдем к десятому, последнему пункту. Это у нас... А где игрушки автомобили? В том же типе он уже был обычно рискован, потому что я могу им управлять даже, видите? Тут номер машины. А видите? Вот такая вот работа. Еще в десятом пункте будет у нас создание стартопа. А с вами пока задемонстрирую.
откуда сделана эта фишка, кто я сделал из карандашей стерида. И даже типа вот так а-ля кота получилось. Я это не демонстрируюсь никогда. А следующий это у нас телефон. Вот, звучит. Ведь звук. ID 1946-256-344. Особенно вот у нас время 764. Ну, это мы включаем калькулятор, вот мы можем решить. Вот игры есть. Bash Rally. Это гоночная игра от Nokia Production. Но это уже теперь эпично. Приэпично. Да я могу выиграть. Но Bones это то вторая игра. Можете управлять. Не попала? Дай на шипы. Но главное уже теперь есть еще третья, последняя. Это Snake Sense. Это та же типа игра. Просто разбей. А управляете именно упс, проиграл. Ну в этом теперь. А мы теперь уже закончим, ребят. Надеюсь, вам понравился. Так ставите лайк. Всем удачи. Всем пока. Ну ладно. Всем удачи.